Всем привет, мои дорогие друзья! Я хотела спросить ваше мнение. Я вчера, то есть даже сегодня утром, ну, сделала вчера видео там со своими киноляпами. Как вам такая тема? Напишите мне комментарии. Я, конечно, когда стала обрабатывать, ну, что-то мне такие эти смешные моменты показались, то поставлю. Не всегда ж такой серьезной быть. Вот такие бывают моменты. А кое-что даже я и не заметила. Вот уже услышала, когда обрабатывала. И, кстати, одна из моих подписчиц тоже услышала эту мою неправильную фразу. Я сказала «филейное куре». И я это ночью почти обработала. Мне так смешно было. Смеялась сама с себя. Ну, думаю, оставлю. Может, посмотрю, кто заметит или нет. Так что я вижу, что заметили. Спасибо, очень внимательные мои зрители. Ну и хочу услышать от вас, стоит ли мне делать такие видео или нет. Понравились ли вам? Может, подняла настроение, может, наоборот. Пишите, я хочу услышать. На каких байкерах едут впереди нас? Orange and red. Today we will drive together with Jessica to store for Christmas stuff. Groceries. Ну, в общем, something. Yeah. Едем с Джессикой в магазин, кое-что там надо купить. И потом вечером мы готовим ужин, борщ и котлеты. Я учу готовить Джессику. И evening we cooking борщ and котлеты. Yeah. Так что оставайтесь на этом видео до конца. Посмотрите, какой же был результат, как мы приготовили, какие успехи получались у Джессики. И будете писать комментарии. Джессика решила фруктов набрать. A lot of fruits. Виноград. $1.68, да? Паунд, наверное. И вот strawberry. Это уже продают индейки for Thanksgiving. Yes, Anna, show me one. Это что? $1.18, £1? Yeah. Mm-hmm. So this one is... You can watch this. Or this one, $17. $17. Yeah. Uh-huh. $17. Ну, в общем, $17 с чем-то одна индейка, индюшка. Хорошо, салат не купила. В общем, взяли мы такой салат. $3.98. Тоже такие пончики. Везде их полно, да? Что это? $3.76. О, это еще больше, и тоже $3.76. О, надо будет себе такое брать, потому что я сухое беру. All the time I bought dry. But maybe this much better. Вот такие разнообразные сухарики для салата. Вот это вот творожок, я так понимаю, крем-чиз. Творожные изделия. Мы что-то ни разу такое не брали. Так, вот это уже все для Нового года. For Christmas. Stop. Вау! Christmas tree! Jingle bells! Jingle bells! Ну, я уже на кухне. Сейчас ко мне Джессика придет. К ее приходу я уже сделала бульон. Вот. Уже сварила ребрышки свиные. Ну, ей, конечно, расскажу, что я делала. Просовывала туда лук, морковку, чтобы был хороший бульон. Ну, и сейчас будем продолжать все это делать. Варить борщ и готовить котлеты. Слушайте, я научилась ругаться на английском. Выгнала только что Дональда из дому. Сказала, get out. Он все время шутя, я там, мы приезжаем куда-то, и он, get out from my car. Выходи из моей машины. Или из дома выходим, get out. Я понимаю, что это он говорит, уходи. А потом сегодня, думаю, дословно перевела это «убирайся отсюда».
Мне так обидно стало. Я утром уходила, говорю, я пошла с Джессикой в магазин. Он говорит, get out. Думаю, вот я теперь буду ему тоже так говорить. Он взял мусор, выходит на порог, говорю, get out from my home. Он, yes, dear. В общем, научилась ругаться на английском. Может, это не ругаться, это не ругание, но выгонять, по крайней мере. Выгнала из дома мужа. Какой у меня получился бульон прозрачный. Я просто его сварила и выключила. Мы ходили в магазин. И вот это он такой, из-за того, что бросила лук и морковку. А она еще перед тем, я мясо кипятком, ну, в общем, до кипения довела в небольшом количестве воды и слила. Как это, первый отжим, ну, или как это говорится. А, слила первую воду, вот, наконец-то придумала. Достала я мясо, хочу порезать его на мелкие кусочки. Морковку тоже порежу, ее кушаем, а лук я выбрасываю. В общем, такой бульончик. Как не выберется мой neighbor's камин. I'm almost finished cooking borscht. No, I talk to you. What I need it. Oh, I know who today will be make video. Oh, try. I tell you what need to do, okay? Good borscht. Good borscht. And learning how to cook borscht. We drink beer and learn how need cooking borscht and how cooking cutlets. Yeah. Best way how to do it. Cheers. Cheers. Джессика принесла. Вау! Бискетс. Это трой кукин бискетс. Вау! Very nice. This is sweet? No. You put butter and you eat it with the food. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Onion. You put a little butter. Good job. Джессика пассирует лук и морковку. You understand about what you did here? Mm-hmm. Boiled meat. Okay. And then you put potatoes. Uh-huh. And then now we are frying onion and shredded. Yes. Yes, okay. Так, уже мы добавили сюда и свеклу. Свекла, beets. Это beets. Можем немножко еще посолить. И что там, поперчить. Pepper. Yeah, salt and pepper. Ага. And add in pot. Показываю Джессике, как надо шинковать капусту. Капич. It's need to make very small pieces. Look. Shredded. Uh-huh. Oh, for salad, you make same? No? Yeah. Good? Shredded. Oh, okay. I show for you and you can try. Okay. This one? Yes. Okay. You okay? Your turn. My turn. Заваривается наш борщ, будем делать котлеты. Мы фарш нашли, конечно, с это, индейки, но я думаю, что будет хорошо. Делаем котлеты. Вот это фарш перемешиваем и добавляем 2 яйца. 2 eggs. It's need all mix it. Okay. Oh, good job! Yeah. Oh, a lot of work, yes. Я уже картошку натерла на терку, и вот что надо с ней сделать. It's need juice. All. Squeeze. Джессика добавляет капусту.
Mm-hmm. I can help you. Yeah. Oh, good. Oh, big spoon. Окей. А ну-ка. Вот такой густоты у нас борщик. Борщ. Good. Smell good? Yes. Oh, good. Oh, and need to add garlic. Лук трем на терку, потому что я забыла, у нас-то есть этот миксер. Миксер. Окей. Okay. You know that you can do different. Oh, don't cry. Это я показываю для Джессики, что когда мы все уже закинули, тогда и миксит hands. Hands, yes, that's way better. Hands is better. Yes. Вот. Такой делаем фарш. Oh, make hand wet. And вот так вот надо. Oh, good. No. And same cutlets. Mm. One more. Yes, you can. But same, need to make heart. Heart and dancing. Oh my goodness. Okay. One more repeat and you can do it. Oh, good. You can only. Wow! Wow! Okay. Okay. Look at this. Don't freak. No. Okay. Okay. I will make pare. You did it. Beginning, yes. I'm continue. Yeah. Oh, it's very big. No. Okay. No, it's okay. Ну, уже у нас вот такие котлетки получаются. Джессика вынимает готовые. Потом еще немножко их протушим. Oh, it's good. Very nice. Я уже сделала салат. How name this salad? Just regular salad. Regular salad. And salad dresser. Italian. Italian and French. Uh-huh. Dinner already, yes? Biscuit, right. Biscuit, yes. Mm-hmm. Такой борщик со сметанкой. Biscuit, wow. Wow. В общем, Джессика now know how need cooking works, yes? Yes, a lot of work. Yeah. A lot of work, it да. It tastes good, but it's a lot of work. Mm-hmm. Да, понятно. Thank you. И вот уже котлеты у нас с салатом. Джессика, do you like котлет? So good. So good? Okay. Еще сегодня у нас такой десерт. Разные вкусы. Даже не знаю, какой выбрать.